Перепись населения очень актуальна в настоящее время для статистики более правильной. Она проходит раз в 10 лет, и очень просто принять в ней участие, либо прийти в МФЦ, либо на сайте госуслуг. Я сама прошла уже перепись населения по госуслугам, и это заняло буквально 5 минут, и всем очень советую так сделать. Перепись необходима для правильных статистических данных, и чтобы Омск у нас развивался. Будут реализовываться социальные программы, строится новое жилье, дороги, школы, детские сады, которые так необходимы нам всем. Поэтому призываю всех принять участие в переписи населения.